Iron Fish. Сила наполегливості, зважена розсудливість, стійкість до випробувань, невичерпна міць. Турнір Iron Fish. Сила, розсудливість, стійкість, міць. Генеральний спонсор турніру Iron Fish – Явора. Нова ультрам'яка. Крапля чистого листа. Жеребкування розподілили учасників наступним чином. Зона А – GeoFish, ZT Feeder Team, CNR Fishing, Sounds Quiet, Feeder Strike, Great Fishing RV, Carp Method. Спонсор зони А – компанія Zemex, виробник кращих водолиш для спінінгової, коропової та фідерної ловлі. Зона Б – Амур Рівне, Стара Ондатра, Carp Mix Dominant E95 Family Grand & Co. Хмельницькі линки. Зона С Хай-Тек. Два карася. Баракуда. Трапер Адреналін. Fishing Time. Arctic Fox. Гараж. Спонсор зони С компанія Трапер Україна. Офіційний представник відомого польського бренду Трапер, який славиться по всій Європі виробництвом риболовних приманок, насадок, добавок та аксесуарів. Вот і прийшов кінець сезону. Крута балка для мене – це цікавий водойом, який, скажімо так, славиться достатньо тяжелой рыбой. Что, хороший водоем, а рыбка всегда радует. Приходится кормиться, но с пода уже все, уже выбросили все, что было. Другий день змагань розпочався дуже жваво. Щойно на обрії з'явилося сонце, по обох берегах водойми у всіх секторах спостерігалися виважування. З 6 до 9 ранку температура повітря зросла з 5 до 28 градусів, що є дуже суттєвим стресом для риби. Однак мало вкрай позитивний вплив на її активність. Рады вас приветствовать на финальном этапе турнира Iron Fish, где собралась 21 лучшая команда по результатам 2020 года. Этап проходит на водоеме Крутая Балка, который, скажем так, славится достаточно тяжелой рыбой. Вот. И исходя из этого нашей командой была выбрана тактика с очень большим включением и крупной фракции, и вареных бойлов, а также очень большого количества пыликов. Волею жребию мы попали в крайний сектор по нумерации водоема сектор 2. Это получается, он находится в более мелководной части водоема в заливе. Выбрали две точки, достаточно интенсивно их закормили. Ночью была одна поклевка достаточно хорошей рыбы, ее реализовали. Вот. Но с утра на
как ни странно, на крупную фракцию подошла достаточно мелкая рыба. Карпы такие килограмма 2-3. Верим все-таки то, что крупная фракция должна как бы выстрелить, ну, по крайней мере, во вторую ночь так точно. И надеемся на победу. Команда «Баракуда» сектор С3 залишає за собою перше місце в зоні та претендує на третє місце в завершальному етапі року із результатом 52 кілограми загалом. Що, хороший водойом, рибка завжди радує, рибка тут крупна, дає завжди бой, дуже цікавий, дуже. Ну, це фінал, це взагалі зібрались лучші із лучших. Поэтому очень все переживаем. На соревнованиях 30 грамм или 20 может решить все, исход команды. Ну, очень интересно. Сейчас тащим рыбку, я думаю, кил на 10. Аккуратненько ее паркуем. Вот она уже показала. Очень сильно. Да. Еще одна. Не, наверное, засуну сейчас. Всем привет, команда Траппер Адреналин. Дождались мы наконец-то финала, можно так сказать. Попали в него, было тяжело. Почему? Потому что турнир Iron Fish стает постоянно, ну, с каждым годом все более и более популярным. И прибавляется все более и более, ну, побольше команд. И такие команды очень сильные. И остальные команды за год, ну, постоянно подтягиваются в уровне. Тяжело стает, как бы, ну, очень тяжело и в то же время интересно, потому что всегда каждый турнир проходит в определенном прессинге, если ты особо хочешь попасть в какие-то призы. Крутая балка, для меня это интересный водоем. Рыба здесь очень хорошая есть, он доказывает это по самой таблице финала. Малое количество рыб, но вес очень огромный, то есть средняя рыба здесь у некоторых команд очень классная получается. Очень много команд по финалу набрала минусовые баллы, то есть минусовой балл здесь 13 плюс рыба. Что сказать по финалу по нам? Мы попали в краешек, мы как бы были здесь в этом секторе,
Вот. Еще когда участвовали в 2018 году, мы не рассчитывали здесь на крупную рыбу, потому что знаем, что ну, здесь у нас будет как бы такое средняя рыба клевать. Так оно и получилось. Но исходя из того, что мы укрупнили фракцию корма, то к нам зашла рыбка вот сегодня утром 14200. Дала бой, конечно, минут 40 я вываживали мы ее, ну, очень тяжело, такая тяжелая рыба. Один раз думали, что ну вот все, то есть не дастся она. Вот, в принципе, рыбка отзывается на корм, мы ловим с кормового пятна. Давали в последнюю ночь очень большую фракцию бойла хорошего, и вот как бы подошла она. Что хочу сказать, огромное спасибо организаторам турнира Iron Fish, всем судьям, которые стараются, держат этот турнир на уровне. Так что всем спасибо, до встречи в следующем году. Мы подозреваем, что рыба подходит оттуда, потому что команды слева. Подход рыбы сбоку закрывает это точно. И, к сожалению, сложно, конечно, доставать рыбу, подтягивать. Это надо далеко бросать. Вот. И приходится кормиться, но с пода уже все, уже выбросали все, что было. Плюс еще я заметил, что команда Family достаточно далеко, то есть они спомбились и спомбятся приблизительно на одной дистанции, но вот я заметил последние забросы далекие, я так понимаю, что берут рыбу сдалека или, возможно, оттягивают рыбу с нашей точки, потому что, ну, реально недалеко от точки бросали. Друга ніч та перші години завершального дня змагань видалися дуже тяжкими для лідерів етапу, оскільки у маршрутах риби спостерігалися помітні зміни. Цієї ночі температура повітря знизилася до мінус 1 градусу, і цей перепад просто не міг не вплинути на активність коропових. Загальний улов лідера етапу команди Family поповнився на 33 кілограми, наразі складає 207 кілограмів 120 грамів, що забезпечує її учасникам значну фору від переважної більшості команд. Добрий день, команда Family, вітаю вас. Перший раз на тому водойомі. Водойомчик нам дуже сподобався. Дуже гарний, є крупна риба, локація гарна. По улову задоволені. Клювала в нас крупна риба з п'ятниці на суботу. Зараз у нас вже от через 20 хвилин буде фініш. І зараз в даний момент ми підловлюємося, але підловлюємося дрібною рибою. Процес, який в нас був, ми його практично не міняли. Буквально деякі там нотки внесли, а так в основному 90% все як було. Так і не можемо зрозуміти, чому риба стала дрібніша. Можливо, ну, робимо виводи з напарником, можливо, такий варіант якраз от переміна от погоди. Ніч,
і переміна вітру. От ніч холодна була, ну і плюс вітер. Ставку зробили на кріль. Програма крильова, і ми задоволені, ми зробили все правильно. Ми попали в хороший сектор, сектор дуже хороший, лукавити не будемо, ну ми сектор реалізували. Фінал для нас тут, він міг бути різним. Водойми ми не знаємо, ми тут ніколи не були. І інформацію, яку ми збирали, вона зі всіх істочників була різна. Зі всіх. Рішення прийняли, нікого не слухаємо. Робимо так, як ми робимо. Всі завжди цікавляться, що, на що і як. Два метод-мікси рибні, один сипучий, другий пеліць 2-мм. Насадка, це була в нас в топі цього етапу, це була комбінована насадочка. І друга – попапчик розового кольору. Ну, ніби все досить просто. Ще одне, що ми замітили, ми мусили ставити гачки малого розміру. Ставлячи більший крючок, ну, покльовок не було. Не знаю, риба не хотіла на то реагувати. Так що і люди бояться користуватися маленькими крючками. Ну, але, скажімо так, якщо зараз закінчиться все, як є, з тим бікфішем, що ми маємо у нас зараз, 22, там, 300 з копійками, то він був зловлений на малесенький, манюсенький крючочок 10-го розміру. І всі думають так само, що от, якщо там рибалка десь, де крупна водойом з крупною рибою, треба брати жорсткі удочки. Наша порада для вас всіх. Користуйтесь параболічними, не бійтеся їх. Вони м'які, вони в'яжуть рибу, вони дають вам шанс на виважування. Це було сьогодні все доказано. Це були риби 15, 14, 16. Ну і надіємося, тут ще чуть-чуть часу, побитий рекорд турніру Iron Fish, воно тим все буде сказано. Ну, йшли в зоні на хорошому, ну, з хорошим відривом, є команда, яка нас, як то кажуть, підтискає. До фінішу ще трішки часу залишилося, ну, надіємося, втримається результат. Ну, а там далі, як то кажуть, життя покаже. Так що до зустрічі на водоймах. Щасливо. Всіх благ, любимо вас. Розриви між командами у наближенні фінальних результатів дедалі зменшуються на противагу азарту учасників. Важко передати атмосферу та напруженість останніх 6 годин змагань, оскільки вони припали на дуже продуктивні години. Температура повітря зросла майже до 30 градусів, а разом із потеплінням зросла і активність риби. Останнє планове зважування розпочалося одразу після фінішного салюту та нарешті підвело підсумки сезону 2020 року. Давайте в первую очередь поаплодируем друг друга. Финал 2020 года подошел к концу. Дошли до финала и отлично в нем выступили. Конечно же, огромные слова благодарности нашему генеральному спонсору торговой марки «Евора» «Нова Ультрамьяка». Огромное спасибо компании «Земек» за их удилище. Ну и, конечно же, огромное спасибо торговой марке «Траппер Украина». Аплодисменты всем нашим спонсорам, которые шли с нами на протяжении всего года. Друзья, я хочу сказать, что финал это круто, 21 команда, все приехали, все бились до конца, и действительно, я получил море удовольствия за тем, как следил за результатами и понимал, что очень-очень все тоненько, на тоненьком, и те, кто заняли первые места сегодня, это большие герои, большие молодцы, давайте поаплодируем авансом им, конечно же. Переходим к цифрам. Общий вес, пойманный командами. 2 тонны, 183 килограмма, 480 грамм. Количество рыб 361, 6 килограмм, 50 грамм. Средний вес рыбы, ну и бигфиш объявим попозже. Давайте скажем спасибо огромное крутой балке
Рыбка действительно подросла, рыбка боевая, и это заслуга Егора. Егорушка, спасибо тебе большое, что охраняешь такую рыбу. Ну что, переходим к награждению. Зона А. Зона А. Третье место. 126 килограмм 200 грамм. 14440 самая крупная рыба, 23 рыбы всего. Бронза. CNR Fishing! Выходим, ребята! Альфа на фарт. Теперь будете всегда брать ее с собой. Молодцы, мужики! Молодцы! Поздравления! Сертификат от компании ZEMEX на 2000 гривен. Диплом! Третье место финального этапа. Ваши аплодисменты. CNR Fishing! Второе место. 141 килограмм 780 грамм. 16320 самая крупная рыба. 22 рыбы всего. Sound Squid! Серебро зоны А. Сертификат от компании ZEMEX на 2000 гривен. Памятный диплом за участие в финальном этапе и за серебро, конечно же. Ваши аплодисменты, Sound Squid! Ну и первое место зоны А. 151 килограмм 520 грамм. 7760 самая крупная рыба. 35 рыб всего. Золото зоны А. Geofish! Вот такой подарок на день рождения Евгений Майборода приготовил себе. Сертификат на 2000 гривен от компании ZEMEX. И памятный диплом за первое место в зоне А. Финального этапа 2020 года. Iron Fish. Ваши аплодисменты. Geofish! Третье место. 67 килограмм 900 грамм. 16540 самая крупная рыба и 12 рыб всего. Команда «Старая Ондатра» залетели! Красавцы! Бронза! Конечно же, памятный диплом! Молодцы! Поздравляю! Молодцы! «Старая Ондатра» с лучшим названием и с лучшим дипломом за третье место. Ваши аплодисменты, «Старая Ондатра»! Второе место. Серебро. Зона Б. 73 килограмма 720 грамм. 12720 самая крупная рыба. 12 рыб всего. Grand & Co. Аплодируем. Молодцы. Сертификат за второе место. Зоны Б. И ваши аплодисменты. Grand & Co. Первое место зоны Б. 219 килограмм 220 грамм. 16880 самая крупная рыба и 39 их всего. Хмельницкий, Лынки, первое место зоны Б. До конца интрига была, и ребята справились, молодцы, постоянно в призах с самого начала участия. Поздравляю, крутые, Хмельницкий, Лынки. Памятный диплом. Финал. Первое место зоны Б. Переходим к зоне С. Самая, как оказалось, такая стабильно рыбная. Третье место. Бронза зоны С. 100 килограмм 720 грамм. 15408 самая крупная рыба и 18 рыб всего. Поднажали и справились. Траппер, адреналин. Ваши аплодисменты. Бронза, зоны С. Умницы, молодцы. Бились и добились, красавцы. Сертификат, конечно же, от Траппер Украина. И ваши аплодисменты. Траппер, адреналин. Второе место. Люди, которые делают результат ночью. 124 килограмма 360 грамм. 17540 самая крупная рыба и 16 всего. Команда «Гараж». Ваши аплодисменты. Зона С. Второе место. Наши поздравления. Молодцы. Стабильность – признак мастерства.
Сертификат от Траппер Украины за второе место на 1000 гривен и памятный диплом финального этапа 2020 года. Команда «Гараж», друзья! Ну и первое место. Люди, которые стартанули хорошо и шли на протяжении всего этапа стабильно и добились этого результата совершенно оправданно. 125 килограмм 960 грамм, 17-720 самая крупная рыба и 17 их всего. Барракуда! Первое место зоны С. Молодцы. Под чутким руководством Валентина команда справилась с поставленной задачей и заняла первое место в зоне С. Сертификат от Траппер Украина на 1000 гривен и памятный диплом за участие в финале. Ваши аплодисменты, Барракуда! Переходим к самому интересному и к самому тяжелому и к самому главному. Победителем финала 2020 года. Big Fish очень часто менялся. На самом деле каждые два часа это за этим было интересно смотреть. Буквально как футбольный мяч и голы. Поэтому было круто и было нервово. И с нервами все справились. А лучше всех справилась команда Family. 22 килограмма, 320 грамм. Аплодируем команде Family. Где остальные еле пробираются? Выходите, Айк разрешает. Ну и это личный рекорд Юрчика, дорогие друзья. Давайте Юрчику тоже похлопаем. Ну, конечно же, Савишев тоже кормил, как говорится. Родная мать. Ваши аплодисменты, Family Big Fish. Третье место. Выиграли 5 килограмм и попали на это самое третье место. 155 килограмм 40 грамм, 18-460 самая крупная рыба, 25 рыб всего. Карп! Мета, друзья! Бронза! Финала! Дядя Сережа в составе разных людей, но стабильно шел по всему году. И ребята сделали результат на финале. Это очень круто. Дядь Сереж, спасибо за участие. Всем, кто помогал дяде Сереже, тоже спасибо. Аплодисменты. Кубок за третье место в финале. Конечно же, сертификат от Еворы на 5000 гривен за третье место. Хлопаем, хлопаем. Очень круто. Переходим к серебру. 189 килограмм 200 грамм. 12-320 самая крупная рыба. 27 рыб всего. Никто не удивлен, почему, вернее, удивлены, почему не первые, но все же. Arctic Fox, ваши аплодисменты! Настоящие машины для ловли рыбы, которые не спят ночами, и мы не разгадали, почему. Ваши аплодисменты, Arctic Fox, второе место, 6000 гривен от Еворы. И, конечно же, кубок. Серебряный кубок финала 2020 года. Молодцы! Arctic Fox, стабильно круто! Ну и переходим к победителям. Люди, которые впервые за все года участия в Iron Fish приехали на этот водоем. Возможно, это сыграло для них хорошую игру, потому что они делали то, что умеют, и делают это круто. Я на самом деле очень рад за эту команду, потому что они приехали издалека. Итак, 229 килограмм, 560 грамм, 22-320 самая крупная рыба и 29 рыб всего. Качайте их, Family! Машины! Вот это настоящие машины! Крутыши, которым не надо завидовать, а за которыми надо наблюдать, следить, как они работают и брать пример. Ваши аплодисменты армянской диаспоре из Львова! Команда Family! Победители финала 2020 года здесь, на крутой балке. Я думаю, они запомнят этот водоем на всю жизнь, потому что он подарил им кучу, массу эмоций. Big Fish и победу. Ваши аплодисменты. Хлопаем, хлопаем. Молодцы, Family. Молодцы, умницы. Спасибо, мужики. Спасибо. Я поздравляю всех, кто участвовал в этом финале. Спасибо вам огромное за то, что есть. И мы уже готовы объявить десятку. Десятку победителей. Лучшая десятка по итогам 2020 года. Начинаем с 10 места.
Команда «Гараж», ваши аплодисменты. После этого этапа поднялась на плюс 4 позиции. Молодцы! Девятое место. Команда «Траппер Адреналин». Восьмое место. ZT Feeder Team. Седьмое место. Feeder Strike. Шестое место. Барракуда. Пятое место. Дали плюс 6. Family. Четвертое место. Тоже дали плюс 6. Carp Method. Третье место. Плюс 2. Хмельницкий Лынки. Второе место. Arctic Fox. Ну и победители 2020 года по сумме баллов. Sound Squid, друзья. Ваши аплодисменты. Вот так вот. Всю десятку мы ждем, конечно же, на суперкубке, который состоится на озере Торфяне. Там же будут кастинговые соревнования. Я вам говорю огромное спасибо. Вы большие молодцы. И увидимся на водоемах нашей страны. Спасибо и пока. Пока, друзья. Спасибо. Це був дуже непростий та дуже цікавий, багатий на емоції рік. Ми познайомилися з багатьма дуже сильними новими командами, які склали достойну конкуренцію нашим постійним учасникам, та нарешті маємо змогу підвести його підсумки. Останній етап року, в якому 10 найкращих команд року позмагалися за суперкубок, відбудеться на водоймі Торф'яне та проводитиметься з 2 по 4 жовтня. Також зауважимо, що в рамках змагань також проходитиме турнір на дальність закиду. Наостанок хочемо ще раз висловити подяку спонсорам зони, компаніям Zemex та Trapper. Та, безперечно, окрема величезна подяка за підтримку генеральному спонсору турніру торгівельній марці «Явора» – ультрам'яка «Клинова». Генеральний спонсор турніру «Айронфіш» – «Явора». Нова ультрам'яка.